Добрый день. Добрый. Привет, Никита. Добрый вечер. Игнатий Тихонович, у меня такой вопрос. Немного странный. Ну, я коротко до вас. Как бороться, ну, наступают такие моменты, что ничего не хочется. Ну, говори, я сейчас включу свет. Говори. Говори ему, скажи, чтобы говорил. Игнатий Тихонович, говори, вот, говорите. Надо постоянно работать, каждый день. Да. И я по себе начал помечать, когда я перестаю работать, когда я ленивый, то, значит, упадаю в уныние какое-то. А когда я работаю каждый день, постоянно в рухе работаю, то бодрый как-то. Но как-то, как у себя развить это вот бажание работать? Понимаете, что я говорю? Ну, понятно. Как... Желание, чтобы у вас было работать всегда. Желание работать постоянно, чтобы, вот, чтобы желание было работать. Интерес какой-то появился. Бо когда работаешь, ну, тебя как-то заставляет, или ты себя заставляешь каждый день, то оно как-то очень тяжело. А когда ты работаешь и желанием, то как-то оно хорошо идет все. И дух хороший у тебя. Вот я, вот вы мне говорили, я начал молиться. Каждый день молюсь. Начал читать Библию, каждый день читаю Библию. Вот, и начал, значит, у меня сельское хозяйство у отца. И он разводит хрушки. Я уже как-то начал с ним ухаживать за хозяйством. Ну, хрушки. Зранку стою, к урокам, когда стою, зранку стою и помогаю ухаживать там хрушкам. Стараюсь как у себя развить это такое чувство ответственности, что у меня вот хозяйство, которое кормит семью. Ну, как-то так. Как-то вот так появилось, какое-то внутреннее движение. А то я себя заставляю, а внутреннего такого нету. И падаю духом. Вот хочется себя внутренне развить, чтобы был интерес, чтобы был дух каждый день. Чтобы меня не пинали взад, Андрей, где то, а чтобы я сам как-то ходил, работал. Чтобы интерес был работать и помогать отцу, развивать хозяйство. Как-то я уже в селе, вот были отца, но треба ему помогать, значит. И чтобы мне было интересно, чтобы ему помогать. Вот в себя развить это чувство. Ну вам что нужно? Прописать лекарство какое-то, чтобы таблетку съели или что? Не знаю, ну. Или читать псалтырей, какие-то каноны читать. А ты себе поставь за правило такую таблетку. Под язык ее подложи и соси. Не хочешь трудиться, не ешь, Павел говорит. Кто не хочет трудиться своими руками, тот и не ешь. Откажи себе в еде. Вот тут у меня охота была, целый день не ешь. У тебя такое желание будет работать. Вот у меня в лагере ребенок, ему там 4 года. И вот я заставил там щепки собирать или что-то, а ему работать неохота. Я вижу, он с неохотой работает, дернет и оглядывается. Я его от работы отстраняю. Не хочешь не работай, но завтракать ты уже не будешь. А он должен стоять, прямо стоять напротив стола. Вот стол, и перед ним он должен стоять. А я в это время, он рядом, я нахвалю, какая сегодня каша, да она с маслом, ой-ой-ой. А тут мед сотовый дают-то. Он криком кричит, работать хочу! Не есть хочется, работать хочу! Вот и все. Что тебе сказать-то? Был бы я тебе рядом там, у тебя бы этого не было. Ты бы у меня работать хотел. И желание появится. В рот ничего не бери. Не пей, не ешь. Неохота работать. Помолись и дальше иди работай. Но в этот день уже не ешь. И сам себя научись наказывать. Сам на себя эпитемию накладывай. Не было желания работать. За стол не сяду. Все. Как говорят, сдохла собака. За хвост да в яму. Неохота ему работать. Видал ты что? Спрашивает меня. Вот недавно я объяснял по утренним отчетам за день. У меня есть такое одно стихотворение. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с биноклями, с собаками в машине мой след вынюхивают у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду.
я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Так вот, азарт, за это мы схватились. Как это? Верующий азарт. Бывает азартные игры. Проиграл, я еще ставлю. А нет, там коня, жену, и все проиграю. В работе есть азарт. Работать с огоньком. Я поэтому вам ответить не могу. У меня этого не было. Опыта никакого нет. У меня просто не было этого. На работе пришел, работать надо. И работать не как-то, а с полной выкладкой. Мне Бог давал большую силу, я работал это 280-300%, то есть за трех мужиков. За трех мужиков. А у меня 1,72 м и 64 вес. Я не герой какой-то, а просто всю жизнь так вот работал, всегда. И в моей жизни не встретилась работа, которая была бы несподручна, не хотел, маленький, я не любил кизяки делать. Вот коровы где оправляются, с соломой конем топчут, а потом такие формочки, как кирпичи. Высушивают и зимой топят печки. Называется кизяк. А когда тащишь, когда наложишь, надо дальше идти и на землю вытряхнуть. Она маленько наклонная, вот так вот, чтобы она выпала этой стороной-то. Но когда тащишь, она тебя трет здесь по штанишкам. Да, ну, маленький еще было. И не любил я, но делать все равно надо. Надо. Отец без руки, он ничего не сделает. Ребятишек много, надо работать. Это опыт. А ты разбавился, там один, двое, все, драть тебя надо, и все на этом. Плохо работаешь, заставить переделать. Ты вот какой парень будешь хороший, а так ты неохота ему работать. Тише, пропиши ему таблетку какую-то. Вот я тебя прописываю, не хочешь трудиться, не ешь. Апостол Павел сказал, все, вопрос закрытый. Дальше. Плохо сделал работу, не кушать. Не кушать. Не кушать, а не есть. Кушать такого слова нет в Библии. Кушать – это пробовать. Кушать маленьким. Так, взял на язык и все. Есть. Если ты на тяжелой работе работаешь, значит, еда должна быть полноценная, калорийная. Вот если все, гимнастикой занимаешься, то Никита все время от пола отжимается. Не гляди, что он это по виду-то такой. Он сильный делается. Я ему везде даю работу, чтобы он знал, вот это сделать надо, вот это сделать надо. Он не приучен наработать, он эгоистом жил. Он как сквозняк пролетит, мимо дверь не закрыта, шторка не закрыта, он его не касается. То есть он не хозяин-то. А я ему прививаю сейчас это непрерывно. Вот это ты хозяин, меня уже завтра не будет или сегодня. Ты должен вот это сделать, вот накормить скотину, убирать во дворе снег. Он сейчас выходит, сам его кидает. Сибирь. Работы всегда хватает. Колоть он берет, колун, топор, заранее идет, колет дрова. А то ничего не хотел или не умел. А сейчас он все уже делает. Меня такое чувство, так самое. Я приехал, не хочу работать сам. Меня поставить сам дома, я бы не работал. Отец его как-то, отца еще работает как-то. А сам все. У меня его тоже. Без этого нельзя. Работать руками, работать умом. Работать без устали, ночью и днем. А там что будет, то будет, пускай. Так нужно работать, мы дружно давай. Это Федор Фомулевский писал стихотворение такое. Работать руками, работать умом, работать без устали ночью и днем. Ты, говорит, сынок, так работай. Мне отец говорил, что тебя еще раз позвали. А плохо работаешь, человек думает, поскорее бы его сбагрить и бракодел. Тяп-ляп, известный бракодел, он всем на стройке надоел. Дела его идут не гладко, за неполадка, неполадка. Лениво подумаем. Работа такова, что трудно подыскать слова. Видишь как, это такой лозунг висел у нас в картинке. Давай. Сираха 22.2. Ленивый подобен воловьему помету, и всякий, поднявший его, отряхнет руку. Корова где оправляется, туда руку отпусти, и он подобен ему. Но когда ребятишки у меня кто-то не хочет работать, а коров прогонят, и корова где оправляется, лепешки. Я подаю, это ты, лепешка такая, хочешь быть? Нет, не хочу. Ну давай, работай тогда. Это надо себе записать и носить постоянно, смотреть. Вот. Да, да, да. Записывай. У меня только этот вопрос, больше никаких. Нету больше ничего, да? А ну, запишем. Если у тебя поисковика библейского-то нету, да? Давай-то я запишу и посмотрю. Давай, давай.
Так. Записывай. Притча Соломона, 24 глава, 30 стих. Притча Соломона, 24:30. Ну и дальше. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, колючками, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась, и посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Двоеточие. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Тебя ограбил этот человек вооруженный-то. А эта лень твоя пришла, тебя ограбила. Если ты женатый, то у тебя дети, тебе лежать не придется. Поэтому жениться-то и не надо торопиться. Но ленивому-то надо бы. Там жена будет тебя пилить, заставит работать. Ну вот видишь, какие мы нашли слова. Хорошие слова? Да. Вот это и бери для себя. Так, я сейчас еще покажу. Немножко еще. Притча 12:11. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, ну, ленивых, ничего, празднолюбец, праздный ходит, ничего не делает, ему неохота. Тот скудоумен, то есть ума у него нету. Брат, что такое может быть? Пустая коробушка. И притча Соломона 6:6. Что там? Притча. Угу. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его у муравья и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек ленивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время. И вот говорит, Господь ненавидит это. Делать надо работать, чтобы было самому приятно. Было на что пригласить гостей, угостить, чтобы дом был полная чаша. А если неохота работать, у тебя ничего и нет. Продать нечего. Прибыли никакой нет. Ну и позвать некого. И нищему не подашь нуждающимся. Вот до чего это доводит. Надо работать. Вот мы работаем в городе. Я учился, когда в техникуме. Денег-то нету. Из дома ни рубля нету. Живи как хочешь. Ну и идешь, у кого там... снег на крыше скидать надо, дрова лежат, зайдешь, спросишь, частный сектор, вам надо спилить? С пилой идешь. Ну, попилил, тебя накормят еще, да и дадут деньги. Вот мы на рыбалку были, нарыбачили неводом. Бежишь, скорее продать надо, потом хлеб купить. Купить-то не на что. Нету. Только дают стипендию-то, тогда было 26 рублей. Ну, чтобы понять, много или мало, кирпич хлеба стоил 16 копеек. 6 рублей отдал за квартиру, это осталось 20. Это надо купить книги, с родителем съездить. Вот, вот и живи как хочешь. Поэтому крутишься. А другой раз, я помню, денег нету, я пошел на вокзал. Из поезда люди выходят, у кого-то большой чемодан. Он оглядывается, никого нет. Я и говорю, вам помочь? Но он думает, как бы он с чемоданом-то не убежал. На меня глядят-то, как они. Ну, я его несу, чемодан, донесли, он мне денег даст. Уж не договариваешься, за сколько. Посадить его в такси. А уже, когда техникум кончил, тогда узнаешь, кому дачу построить, печь сложить. Ну, и работаешь с утра до темной ночи.
Деньги всегда должны быть. Вот так, дорогой брат. Я понял. Значит, не кушать. Да. Может, тогда он появится. Да. Молись в это время, спать не ложись. Не ешь ничего. Знаете, у меня отец очень характер, в нем мягкий очень. Он позволяет, ну, не бьет, не кричит. И, наверное, как-то я от этого, что ли, так. Ну, я вам сказал, повторять не буду. Если вы примете, значит, вы увидите, как все изменится. А сам себя наказывай. Работай в это время и скажи, что ж ты ленивец, лежишь, как воловий помет. Надо тебе это. Позор-то какой, христианин лежит. Что это такое? Ты наоборот, если у него хрюшки две, ты говори ему, отец, давай заведем. У нас 25. 25. У нас тут один держал 100. 100. 25 это хорошо. Надо убирать. Там, что там, воды налить, пойло какое им сделать, болтушку какую, вот, галушки там какие отдай ей. Хорошо, Игнатий Ильич, хорошие советы. Ну, я практик, я не теоретик. И у меня детский лагерь 44 года, называется трудовой. Дети у меня все работают, они, когда уже кончают, оно... Таким рычагом пила, пилит, все делает. Строгать, шкурить надо, когда они ножом работают, топором, ямки копают, когда мы где-то огородим что-то. Они все у меня умеют делать, ребятишки. Потом ягоды собираем. Раньше было каждое воскресенье на лошади, чтобы кататься. Было раньше, ходили, коров доили даже. У ребенка целая жизнь впереди. Надо ему дать опыт, но чтобы он сам желал, подходил. У меня дети подходят, а вот у меня работа кончилась. Чтобы не я за ним бегал, а он за мной бегал. От этого зависит. Плохо работал, вот утром за стол помолились, и сразу разборка, кто как работал. Ну и вот Володя, он старший воспитатель теперь, и говорит, вот этот плохо работал, ну выходи, почему плохо работал? Он начинает там, ну плохо работал, да, плохо. Все, лишаешься первого, лишай. Или ты остаешься там без первого, или три горящих. Горящих его крапивой по мягкому месту. Ну, другой, ладно, лучше я есть не буду, чтобы не попало. Ну и стой тогда. А другой, лучше накажите, но я позавтракаю. Ну, за смелость прощаю, садись тебя и наказывать не буду. Я люблю смелых. Ну, это значит, что так делаем мы. Надо, чтобы он работал, активно работал. Дам лопаты, 3-4 человека копают ямки под столбы. Один быстрее, другой тише. А почему тише? То-то носить надо, то доски, то что-то. Комки земли, вот мы нынче плотины возводили. Дети работают, собирают граблями мусор, сучки. Они все могут делать. Ну, а другой ленится, его подталкиваешь. Потом я его как-то все равно ущемлю за это. Нельзя плохо работать. Ты перед Богом ходишь. Да. И ты... Ну, просто поставь себе, чтобы отец сразу заметил. Рано вставай, помолился, и пока отец не пришел, а ты узнай утром, что надо делать. Вот пришел, а все сделано. Он скажет, вот это да, делать нечего. Ты перехватывай работу. А не так папа пошел, он сделает. Это нехорошее дело. Отец пусть только командует. Скажи, нам посоветовали больше хрюшек завести. У вас деньги будут. А мы хотим расширить как-то, сделать для хрюшек. Правильно. Чтобы разводить. Правильно. Говорили, мне скажу, отец, буду кормить. Сегодня стал рано перед уроками. Покормил, отец вышел, посмотрел, улыбнулся, я покормил. У нас одна женщина тут инкубатор свой сделала. Я говорю, а сколько у тебя цыплят? Она не знает, 400. 400. У старосты 36 крупного рогатого скота. Староста. У него 180 гектар земли. Кажется, 4 машины или трактора, 3 машины. А начинал с нуля, ничего не было. Он самый зажиточный в деревне, потому что работает, он работает. У него склад 504 квадратных метра. Вообрази, какой склад. 504. Это что-то? Зерно, гречиха. Он сажает, что он там с горохом бывает где-то. Глядишь, на чем-то выгодает. А овечек держит, сколько, он даже говорит, не знаю. Он все время в движении, работает. Он всем приятен. Вот так.
Это просто лечится. Ты не калека, сам себя укоряй. Да какое ты имеешь право лениться-то? Бывает калека, я ему помочь не могу, денег нет. Ты всегда должен быть при деньгах. А деньги — это десятину платить священнику, а вторую десятину, у нас уже по-хорошему-то. Может, храм надо украшать. Да бывает и третья десятина, это на нищих. А остальное твое. Я вот всегда работал на двух-трех работах. Все. Оно выключилось. Вот, Андрей Марко.